А теперь элементы паркура. Покажите, на что вы способны. Я не удивлена, что вы победили на полосе препятствий. Но Маркуру нужны бойцы. Готовьтесь к схватке. Участникам не разрешается. Клинки и пули приберегите для врага. Так, вам нужно поднять флаг своей команды. Не забывайте о соперниках. Удачи! Thank you.
удача! Come on.
Давай!
Славно. Теперь ступайте к Артуру. Дюма проведет вас мимо охраны. Что ж, это был знаменательный бой. Прошу вас за мной к заслуженной награде. Ваш бой напомнил мне о временах службы в Легионе. Могли бы быть осмотрены. Гибли люди, и Маркур что-то заподозрил. Он вызвал к себе охранников. Подобраться к нему будет непросто. Вам предстоит серьезный бой. И нужно сделать так, чтобы Маркур не победил. Удачи.
Allez, go!
Добро пожаловать. Простите за меры предосторожности. На моих людей стали часто нападать. Обсудим же ваше будущее в нашей армии. Стой, гражданин! Ну вот, пожалуй, надо вас вытаскивать. Вались давай! С дороги, болван! Маркур больше не помеха революции. Хорошо. Attendez.
Mais tout ça, c'est de la fiente. Important passe par là.
Serait-ce une espèce de jeu? У тебя лучше этого... Иди сюда! Я тебя выпотрошу, как и всякого предателя! Merci! Oh, oui, merci! Vous allez venir devant nous, ou on vous fera sortir de force! Это принадлежит моей хозяйке, мадам Бодри, но она еще не пришла. А пузырек? Мы много всего продаем, без этикетки не узнаешь. Спросите у нашего химика Николя или у аптекаря Самуэля Марана. Он такое же средство продает. Я вам дам адреса, только мадам Бодри не говорите. Они с Самуэлем как кошка с собакой, только еще хуже. Да, это пузырек из лавки мадам Бодри. Уже я-то их повсюду узнаю. Слава богу, ее самой тут сегодня нет. Денег она не платит, а терпеть надоело. Гражданин Маран предложил условия получше. Но мне надо еще кое-что для себя сделать. Так что простите. Да, это пузырек из лавки мадам Бодри. Уже я-то их повсюду узнаю. Что? Ну, мы не ладили, но я никого не смог бы убить. Приходите в мой дом! Ну что теперь?
это не мое средство. Пробку видите? Я-то свою всегда помечаю. А ежели отметки нет, то это мадам Бодри. Она в свои микстуры что только не кладет, лишь бы продать подешевле. У меня сплошные убытки, а выпьешь этой отравы чуть больше, и конец тебе. Это не мое средство. Пробку видите? Я-то свою всегда помечаю. А ежели отметки нет, то это мадам Бодри. Она в свои микстуры что только не кладет, лишь бы продать под... Vérole pour lui manger la cervelle. Que peut-il me dire ce qui se passe? Принадлежит моей хозяйке, мадам Бо... Я? Откуда мне знать, что это за дрянь? Мой товар безупречен! Это не мое средство. Пробку видите? Я-то свою всегда помечаю. Да, это я. Но скольких людей я спас от этой ее отравы? Я защищал жителей Парижа. Та женщина отравилась своим же ядом. Чаша с ядом тебя миновала, повезло. Выбирай.
В этом замешаны подозрительные типы, да? Зачем бежать? Месси, дефолдика. Par des temps anciens. Il est inoffensif. Брат, слушай.
Добрый вечер, месье. Неплохой доход.